Пожар повышенной опасности вспыхнул сегодня ранним утром на Рижском лакокрасочном заводе. 14 единиц пожарной техники пришлось задействовать в его тушении. На полную ликвидацию пожара ушло несколько часов. Главная опасность заключалась в том, что на территории завода хранятся химические вещества. С места события репортаж Дианы Ходулиной. Вызов поступил около 6 часов утра. Приехав на место, пожарные констатировали, что горит цех на первом этаже. Так как в помещении хранились различные химические вещества, пожару был присвоен статус повышенной опасности. Пожарные приехали на место уже спустя 5 минут. Всего в тушении пожара принимали участие 14 единиц техники. Подъемники, цистерны с водой и автолестницы. Помещение, где произошло возгорание, площадью около 100 квадратных метров. Его использовали как склад. Там хранились две бочки с растворителем. Это, конечно, горючее вещество, но не то, чтобы совсем что-то чрезвычайное. Может быть, там еще хранились какие-то вспомогательные материалы, которые я сейчас точно не назову. Пока мы не можем объяснить причину пожара, так как растворитель сам по себе не воспламеняется. Как отмечают сами пожарные, повезло, что огонь не вышел за территорию завода, и его удалось потушить уже спустя 2 часа. После того, как пожар был потушен, мы обнаружили, что огонь повредил некоторые бочки, в которых хранятся вещества. И сейчас содержимое из них переносим в неповрежденные бочки. К 9 часам утра огонь был полностью потушен, полиция и пожарные стали покидать территорию завода. Причина возгорания выясняется. Диана Ходулина, Петр Баркевич, Латвийское телевидение.